День Победы. И в огнях салюта, будто гром, запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней. Значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, яркой синью душу опаля. Вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется каждому, кто молод и горяч. Кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица, да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. Господи, да мало ли на что! И неплохо б каждому из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить, друг, о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить, друг, о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, помнить, чем была оплачена минута, каждая прикаждая минута, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час смотрят сверху с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас.